Сегодня 7 сентября, и Apple очень хитро поступила. Они сделали презентацию именно 7 сентября в 11 часов утра по тихоокеанскому времени. Вот мы сейчас находимся в салоне Apple Store, который у нас в Colorado Springs, и мы сможем увидеть презентацию этого супер неожиданного девайса по видео. Дело в том, что все новые продукты будут поступать в Apple Store сразу же после презентации, поэтому в самое ближайшее время мы, естественно, придем сюда за тем, чтобы обменять наш 6 Plus на 7 iPhone. Так, друзья, сейчас я немножко скажу для нашего канала на YouTube. Друзья, сегодня презентация 7-го iPhone от компании Apple. Мы находимся с вами возле Apple Store, который находится в Colorado Springs. И я параллельно веду трансляцию в нашем перископе за бугром Live. Вот, друзья, ну что, я думаю, что мы можем зайти в этот магазин. У тебя iPhone OnePlus 2? Нет, у меня сейчас вы смотрите трансляцию с 6 Apple. Так, 7 сентября, 7 iPhone, 7 минута. О, да, 7 минут осталось до презентации 7 iPhone. Цену можно знать? Да, мы можем узнать цену. Мы сможем сейчас его посмотреть и всякое прочее узнать подробности. Но ровно через 7 минут мы сейчас зайдем в этот небольшой наш Apple Store. Именно для того, чтобы все это посмотреть. Мы находимся в Apple Store. Я, конечно, честно говоря, ожидал, что я сюда приеду, будет большая толпа народу, будет много-много людей. Людей немного, совершенно немного. Ну, сегодня рабочий день, сегодня среда в Америке. Люди после праздников. Это, кстати, очень хорошо, что люди только после праздников. И, как говорится, они отметили свой 1 мая. И им не до айфона. Но мы с вами как раз будем первые на вот этой вот презентации. Пойдемте посмотрим, что здесь у нас есть в Apple Store. Покажи его. Презентация начнется, я уже сказал, уже через 5 минут, поэтому немножко нужно подождать, друзья. Сейчас мы посмотрим, что здесь есть. Седьмой купить сегодня не получится. Седьмой мы купим 25 сентября, потому что в продажу они поступят ориентировочно как раз 25-го, и тогда мы его уже купим. Как дела, Олег, помнишь меня? Конечно, я всех помню. У меня же огромный пентиум здесь на голове. Сегодня у нас будет еще несколько презентаций. Это после этой трансляции бродкаст. На меня так смотрят люди. Что они на меня смотрят? Чем я отличаюсь от них? Покажи iPhone. Ну, iPhone здесь пока представлены старые модели. Старые модели, да, то есть 6 Plus, 6 холодильники. Холодильники означают нашу продуктовую корзину. Давайте сделаем так, я поставлю пока на паузу запись GoPro. Это вы слушаете начало трансляции моей, которую я планировал сделать и сделал из Apple. Я приехал вовремя. Да, приехал вовремя на презентацию, которую обещали сегодня айфона создатели. Я приехал в этот Apple Store, в который предварительно звонили, уточнили. Ребята, сегодня презентация? Да, в 11 часов приезжайте. Я как кролик Роджер пригнал сюда, но они кинули, они нас кинули. Мы им отомстим, я знаю даже как, поэтому... Они кинули, они сказали, что сегодня, да, презентация, они выложат видео в YouTube. Мы все рассчитывали, что каждый Apple Store сможет показать нам живьем. Они говорят, ну, понадобится несколько дней для того, чтобы бла-бла-бла. В общем, Apple классная техника, и они умеют поднять ажиотаж. Как и в этом случае, они, конечно, нагундосили, меня подставили. Я приехал делать лайвстрим, бросил, так скажем, свои важные дела. И, конечно, очень обидно, что я предварительно позвонил, и мы уточнили. Да-да-да, не приезжайте, все-все-все, don't worry, все хорошо. Америка, нужно за базаром следить. Если ты говоришь презентация и приезжай, то, пожалуйста, покажи нам то, что мы хотели.
Я найду сейчас кучу-кучу всяких, так скажем, доказательств, как выглядит этот 7-й iPhone, и покажу все-таки вам на канале нашем YouTube, что же это за зверь-то, 7-й iPhone. Все, погнали. И я вернулся в офис после того, как мы обломались в Apple Store. Я нашел лайвстрим, прямая трансляция Apple Show, и провел перископ прямо с прямой трансляцией. Давайте сделаем следующим. Я не буду вставлять это в видео. Вы пройдите по ссылке, которую я укажу ниже, и посмотрите эту презентацию в перископе. Спасибо. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Если не понравилось, ну что делать? Поставьте дизлайк. И по возможности помогите нашему каналу в развитии. Спасибо. Пока.